Татарстан Республикасының сайланған президенті Рустем Нурғалиұлы Миңнеханов, избранный президент Республики Татарстан Рустам Нурғалиевич Миңнеханов. Участники заседания, уважаемый Рустем Нургалиевич, приглашаю вас для принятия присяги Республики Татарстан на верность народу Республики, присягу Конституции Российской Федерации и Конституции Республики Татарстан. Торжественно клянусь верно служить народу Республики Татарстан, обеспечивать права и свободы граждан, государственный суверенитет Республики Татарстан, соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Республики Татарстан и законы Республики Татарстан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Татарстан. Татарстан Республикасы халқына туғыры қызмет етерге, гражданларының хукукларын хам иреклерін, Татарстан Республикасының дәулет суверенлығын тәмин етерге, Россия Федерациясы Конституциясын, Татарстан Республикасы Конституциясын хам Татарстан Республикасы законларын үтерге, Татарстан Республикасы президентының меңа еклеген зор бұрышларын намус білен башқарыға тантаналы түсті ант етем. Хөрмәтле тантанада қатнашушылар, тантаналы рәуіште иғлан етем. Рустам Нурғалиұлы Миңниханов президент вазифасына кіріште. Уважаемые участники заседания, торжественно объявляю, Рустам Нурғалиевич Миңниханов приступил к исполнению обязанностей президента Республики Татарстан. Отечество наше, Господь!
Уважаемый Рустам Нургалиевич, от имени участников торжественного заседания желаем вам новых успехов, крепкого здоровья во имя родной республики, ее процветания, во имя каждого жителя Татарстана. В добрый путь! Спасибо.